Всем привет, с вами Ламберт, и это, можно сказать, вторая часть прошлого видеоролика, где я продал номера на целых 75 миллионов рублей. В прошлом видео я продавал номера на Blue сервере, ну а сегодня я буду продавать номера на Ice сервере. Наверняка вы все многие знаете этого игрока Алекс Ворона, и вот, сегодня он у меня будет покупать номера. Он недели 2-3 назад также у меня покупал, и у меня на канале есть видеоролик с этим игроком. И сегодня этому игроку я буду покупать номера с доната, он будет скупать каждый номер по 6 миллионов, и в общем он должен у меня скупить номера на целых 30 миллионов. Так, сейчас он, получается, ушел в АФК, чтобы посмотреть, какие номера можно купить. Так, он говорит сейчас, ну давайте подождем. Он просит посмотреть вот такие номера танк с четырьмя семерками. Так, пишем слэш, получается, донат, вот так вот, да. Так, услуги, снизу вот номера на авто, и нажимаем да. Получается, это у нас украинские номера, пишем слэш ТА, так, пробел 777, так, 7, и НК, вот так вот. И оплатить, кнопочку нажимаем. Так, эти номера у нас заняты. Смотрим еще раз, на этот раз вместо семерки, восьмерки, также пишем ТА, пробел 888 и НК. Так, нажимаем кнопочку оплатить. О, на этот раз номера свободные. Вот он мне кинул трейд. Ставим, получается, вот эти номера, которые мы купили. Вот он 6 лямов поставил. Нажимаем кнопочку обменяться, подтвердить. Все, плюс 6 миллионов пока что. Просит посмотреть такие же номера танк, только уже на этот раз с девятками. Естественно, смотрим. Надеюсь, свободно, потому что я не хочу сейчас сидеть, каждый номер пробивать, и каждый из них будет занят. Пишем НК и оплатить. А, ну эти номера заняты. Так, давайте мы сейчас ему скажем, что они заняты. Так, он ушел в АФК. А что он уходит постоянно в АФК, я не понимаю. Сейчас я хотел бы провести конкурс на 500 рублей донат абсолютно на любом из серверов Black Rush. Условия у нас самые простые. Это подписаться на мой канал с колокольчиком, набрать под этим видеороликом целых 500 лайков и написать абсолютно любой рандомный комментарий. Вот победитель прошлого конкурса на 500 рублей доната. Чтобы забрать свой приз, обязательно напиши мне в ВК со всеми доказательствами на протяжении 24 часа. Также смотрим те же самые танк номера. Уже на этот раз с нулями. Вот так вот пишем ТА 000НК. Оплатить. Надеюсь, свободно. А нет, не свободно занято. Так, давайте ему напишем. Опять он ушел в АФК. Я не понимаю, куда ты уходишь, дядя. Просто стой в игре. А то ролик надолго затянется. Просит посмотреть шестерками. Ладно, давайте посмотрим номера на авто. Выбираем украинские. И на этот раз берем и ставим шестерки. Вот так вот 666. И все. Нажимаем оплатить. Тоже заняты. Почему все номера заняты? Когда успели эти танки номера забрать? Смотрим с четверками. Также пишем танк. 4-4-4. И очень сильно надеюсь, свободно. О, наконец-то, наконец-то свободные номера. Так, давайте напишем купил. И теперь мы сейчас должны обговорить условия. А потом я ему продам. Вот так вот. Сейчас он напишет ща. И ждем. Наглядно пример покажу. Без монтажа сейчас, без никаких вот вырезок покажу, что как мы обговариваем условия. Вот он вот так вот пишет, я покупаю у вас вот такие вот номера, типа за 6 лямов. Я говорю да. Он пишет тайм, кидает мне трейд. Я ставлю вот эти номера. И сейчас он поставит 6 лям. Вот поставил и подтвердить. Плюс уже 12 лямов, считайте, на моем балансе. И мы сейчас продолжаем дальше искать новые номера. Смотрим, какие он сейчас попросит поискать. А с однерками просит поискать. Ладно, давайте с однерками попробуем. Услуги, номера на авто. Также танки. Сейчас будем полностью смотреть танк, пока не удостоверимся в том, что все номера будут свободны. Так, пробел забыл поставить. Во, вот так вот пишем. Надеюсь, свободно. О, второй раз подряд, понимаете? Второй раз подряд свободно. Купил, давайте напишем. И сейчас опять же будем оговаривать условия. Ставим в трейде номера. Он ставит также 6 лямов и считается плюс уже 18 миллионов. Прошло где-то минут, так скажем, 10, и мы уже заработали 18 миллионов за 10 минут. А мы должны заработать 30 миллионов до конца этого ролика. Смотрим дальше, на этот раз уже с тройками. Кстати, я посмотрел с пятерками, они тоже заняты были. И тройки тоже свободны. У меня на балансе остается всего-то 1500 доната, а мы продали всего-то 3 номера. Сейчас будет четвертый номер, продадим. И считайте, будет плюс 24 миллиона. А потом купим еще пятый, и будет уже плюс 30 лямов. Так что пока что у нас все хорошо, считайте. Опять же продаем за 6 кака. Подтвердить. Все, плюс 24 миллиона. А что не подтверждается?
Давай подтверждаем. А, все, вот, плюс 24 миллиона. И сейчас продаем последние номера за 6 лямов, и будет плюс 30-ка. Ну, чисто за пару минут. На этом видеофрагменте Алекс попросил меня посмотреть все номера Мэр со всеми цифрами, и вы удивитесь, но все номера Мэрс были заняты. Из-за того, что все номера Мэрс были заняты, Алекс попросил меня посмотреть номера Танк с двойками, и эти номера, к удивлению, были свободны. В очередной раз покупаем номера Танк и ставим сюда, плюс еще 6 миллионов, и на этом, в принципе, все. Мы заработали 30 миллионов за этот видеоролик, всего-то считается за 15-20 минут. И это вполне нормально, а мой баланс на данный момент составляет 133 миллиона. Всем спасибо, ребята, за просмотр, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а с вами Ламберто, ребят, всем удачи и всем пока-пока.